Всім привіт! Сьогодні продовжуємо займатися пілатесом. Заняття проводить Анна Кисіль, сертифікований інструктор міжнародної школи Polestar Pilates. Вітаю вас! Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо заняття на улучшення мобільності нашого позвоночника. Итак, мы начинаем нашу тренировку. Принимаем исходное положение на коврике. Ладони под плечевые суставы, колени под подвздошные гребни. Хорошо. Сейчас проработаем с грудным отделом позвоночника. Утопите ваши лопатки между... Да, позвоночник между лопатками и вытолкните его. Угу, еще. Хорошо. Вытолкнув позвоночник, остались в исходном положении. Вытолкнув позвоночник, да. Представьте, что вы ладонями раздвигаете коврик. Раздвигаете. Хорошо. Направляйте ваши седалищные кости к потолку. К потолку и к полу. Фиксируем в нейтральном положении. Ваши задние ребра и передние ребра направляйте в таз. Хорошо. Из исходного положения мы начинаем удлинять правое плечо, поднимая правую руку вверх, как продолжение корпуса. Вдох, шея, продолжение корпуса, выдох вниз. Еще вдох. Оставляете корпус в начальном положении. Хорошо, выдох. Еще. Шея, продолжение корпуса, макушка, тянемся вперед, седалищными костями назад, растягивая при этом позвоночник. Хорошо, еще правая рука и левая. Фиксируем ладони на коврике. Начинаем движение с ног, скользя правым подъемом по полу, удлиняем правую ногу. Хорошо, опустили и левую. На вдох начинаем движение, на выдох заканчиваем. Еще вдох, оставляйте корпус в неизменном положении. Вдох, выдох. И еще. Хорошо. Закончили. Теперь мы модифицируем это упражнение, усложним его. Левая ладонь поднимается вверх, и правая нога тоже вверх одновременно. Хорошо. Представьте, что ваша рука – продолжение вашей ноги. Вытяжение. Макушкой тянемся вперед. Хорошо. И еще. И еще два раза. Оставлять корпус в неизменном положении. Вверху зафиксировали правую руку, левую ногу. Сделали небольшое отведение в стороны. Вернулись в исходное и опустили. Оставляйте корпус в неизменном положении. Левая. Выдох. Вдох и вернули в исходное. И еще. Продолжаем. Хорошо. Левая. И закончили. Ладони подплечевые, колени под подвздошные гребни. Сейчас мы растянем наш позвоночник, чтобы облегчить его. Хорошо. Направляем ваши седалищные кости к пяткам, оставляя пространство между животом и бедрами. Выдох. Хорошо. Вдох. Вернулись в исходное положение. И еще сделаем три раза. Выдох. Вдох. Хорошо. И еще два. Очень важно дыхание, не забывайте про него. Еще вдох, на выдохе вниз, вдох и вернулись вверх. Хорошо. Остаемся в этом положении, уводим колени чуть дальше назад. Направляйте ваши ребра в таз. Опускаемся вниз, коснулись грудью пола и вверх. Выдох,
И еще три раза вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Еще два. Шея длинная. И остались в нижнем положении. Хорошо. Шея длинная. Направляйте взгляд в пол. Ладони под плечевые суставы. Продвиньте их чуть вперед. Плечи опущены. Плечи опущены вдоль линии корпуса. Хорошо. Следующее движение. Фронт пресс-ап. Этим движением мы улучшаем мобильность в грудном отделе позвоночника. На вдох начинаем тянуться макушкой вперед. Грудину вдох. На выдох опустились. Направляйте ваши ребра в таз. Передние и нижние ребра прижаты. Выдох. Плечи опущены, лопатки направлены в таз. Вдох, выдох. Вы можете повторить гораздо больше. Хорошо. Следующее движение – дарт, стрела. Направляйте руки вдоль линии корпуса. Пальцы рук направлены к пальцам ног. На 5-10 сантиметров ладони от пола. Хорошо, вдохом поднимаемся, тянемся макушкой вперед, пальцы растянутся к пальцам ног. Вдох, шея расслаблена, выдох. Еще взгляд в пол, вдох, шея расслаблена. Хорошо, выдох. Хорошо, вы можете улучшить мобильность плечевых суставов. Разверните ваши ладони к полу. Вдох, выдох, еще. Выдох. Еще два раза. Хорошо. Последний раз. Молодцы. Ладони мы выводим вперед. Тыльная сторона ладони к лобной части головы. Опустите вашу голову. Расслабьте. Плечи опущены. Расслабьте. Хорошо. Плечи опущены. Плечи опущены. Хорошо. Вытяжение пальцев ног. Вытягиваем. Поднимая поочередно правую, левую ногу, правую, левую. Оставляйте таз в нейтральном положении. На вдох движение вверх, на выдох вниз. Вдох, выдох. Хорошо. Теперь две ноги одновременно. Вдох, выдох. Движение плавное. Вдох, выдох. И еще два раза. Последний раз. Задержите ваши ноги вверху. Направьте ваши пятки друг к другу. Развели стопы врозь. Тройное соприкосновение пяток. Раз, два, три. Врозь. Еще. Раз, два, три. Врозь. Раз, два, три. Врозь. Шея расслаблена. Раз, два, три. Врозь. Молодцы. Стопы на ширину таза. Опустили ноги. Ладони подплечевые суставы. Упор на ладони, на колени. Поднимаемся. Квадропед, ладони подплечевые. И сделали 4 раза кошки. Расслабили. Растянули свой позвоночник. Нет, ягодицы к пяткам. Выдох. Вдох. Выдох. И еще 3. Оставляйте пространство между животом и бедрами. Молодцы. И еще 2. Хорошо. Последний раз. Следующее движение у нас будет собака морда вниз. Подкрутите ваши пальцы, стоп. Упор на ладони, на пальцы, стоп. Вы выходим собаку, удлиняясь, да, пятками тянемся к полу, отталкиваясь ладонями от пола. Вернулись, квадропед. Хорошо, и еще два раза. Вдох, выдох. Я рекомендую после всех планов делать это упражнение. Тем самым вы делаете декомпрессию вашего позвоночника. Хорошо. Вернулись в планку. В планку. Ладони под плечевые суставы. Опустили правое колено на пол. Левую ногу вывели в горизонтальную плоскость. Делаем пуш-ап. Отжимание. Хорошо. С одной ногой вышли. И вверх. Молодцы. Вернулись в планку. Стоп. Левая нога на пол, правая вверх. Пуш-ап и вверх, собаку. Если вам тяжело делать это движение, делайте с двух ног. И еще на правую, пуш-ап, локти ближе к корпусу,
вверх, вытяжение, молодцы, планку вернулись, и левая нога, хорошо, хорошо, вернулись в планку, в планке, стоим, хорошо, опустились на две ноги, на два колена, делаем с двух ног пуш-ап, отжимание, подкрутили пальцы стоп, вышли в собаку, молодцы, и еще, опустились вниз, вверх, подкрутили пальцы стоп, собаку, и последний раз, хорошо, пуш-ап, вверх, и остались в верхнем положении, медленно подводим ладони к стопам, медленно подводим, опустили наши пятки, хорошо, и медленно поднимаемся вверх, голова в последнюю очередь, опустили. Сделали вдох, грудная клетка над тазом, ладони над головой. Начинаем движение от кистей вниз. Ныряем вниз, стопы на ширину таза. Стопы на ширину таза. Внизу выдох, снова вдох, движение от таза вверх. Голова в последнюю очередь. Выдох. Выдох. Опустили плечи, руки опустили. Правое плечо назад, левое. Два одновременно. Молодцы. Похлопали себе. На сегодня мы закончили. Сегодня на тренуванні мы продолжали покращувати мобильность хребта. Мы сняли напряжение со спины и будем продолжать это в следующих передачах. До новых встреч!